Бомбардировщики и истребители в Хабаровском небе, летчики авиационных полков, дислоцированных под Комсомольском на Амуре, отрабатывают совместные действия в воздухе. Бомбовый удар наносят Су-24, а при прохождении зоны ПВО условного противника их прикрывают Су-35. Причем пилот тренируется не только днем, но и ночью, и в любых погодных условиях. Но самое сложное даже не это, а дозаправка в воздухе. Она проходит на высоте около 5000 метров. Боевые самолеты подходят к летающему танкеру Ил-78 на скорости 550 км в час. При этом дистанцию во время операции приходится держать минимальную, в районе 10 метров.